Привет! Это переделанное видео, которое я сделал 2 или 3 дня тому назад, но было очень много негативных отзывов, потому что было все маленькое, плохо все видно было. И вот благодаря вот этому вот подписчику, которого вы сейчас видите, и тому, как он меня попросил, я решил это переделать. В отличие от всех других, он единственный, кто так попросил. Все остальные обычно только высказывали свое негодование, чуть ли не говоря, да ты че там, Кэ? Сделал такой видос стрёмный. Переделай-ка, а? Ну, типа такого. Учитесь просить, и будет вам. Так, ребятушки, показываю, что работает у нас Сберпэй. Давай, а набрал? Делал. Давай, нажал. Нажимай. 62. Смотри, вообще сейчас быстро. Все. Прошло. Успешно, ребятушки. Сейчас еще здесь высветится, что-то должно у меня. Да, вот так высвечивается, видите. Покупочка прошла. Скоро сделаю инструкцию, как это сделать. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch. Канал только о смарт-часах и более ни о чем. Но иногда я делаю наносимые устройства всякие, видосики, в том числе вот как эти наушнички. Кстати, в описании видео также будет и на них ссылочка. Пройдите, посмотрите. Достаточно крутейшая вещь. Отлично работает. Причем подключается сразу несколько устройств одновременно. Ну ладно, мы не об этом. Мы вообще о часиках, но о Сберпэй. Именно чтобы работали на наших часах Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4, короче. Вот в моем случае у меня установлены они на Galaxy Watch 5 и на Galaxy Watch 6. Причем Galaxy Watch 5 новая прошивка бетка на Wear OS 5.0 и работает отлично. Как устанавливать их на часы, я вам говорить не буду. Это можно сделать с помощью смартфона через программку Bootjagger, пожалуйста. Ссылочка на видео, как устанавливать с помощью этой программки, будет также все в посте, короче, на который будет ссылка. Ну и как установить это с помощью ADB App Control, тоже ссылочка будет также там же, в этом посту, короче. И ссылочки на сами программы, в данном случае на Bootjagger и на ADB App Control. Также, дорогие друзья, будет ссылочка на вот эту вот программку вспомогательную, которая нам нужна будет, на ссылка на 4, на FOPDA. И также будет ссылочка на Сбербанк, ссылочка на официальный сайт, где вы сможете ее скачать. Совершенно бесплатно, так же, как и эту программку на FOPDA. Ну, а если вы хотите поддержать канал СВ, то, пожалуйста, там еще будет ссылочка на такой магазин СВ Hub. Там вы сможете данные, внеся небольшую плату, просто для того, чтобы поддержать канал, скачать их оттуда и установить нужным вам способом. Ну, а мы с вами, значит, видик, вы уже вот это же видели, да, что оплата проходит, прекрасно все работает. Мы с вами теперь к тому, как настроить все это дело, чтобы у нас все прекрасно работало. Значит, сначала показываю, как это сделать на ADB App Control, к которому у меня подключены часы Galaxy Watch 6, а потом через программку Bootjagger на Galaxy Watch 5 Pro. Ладно, нам, значит, нужны инструменты и нужен вот этот вот экран. Видите, здесь написано разрешение экрана. Нажимаем на него, выставляем мы с вами 200. Обязательно, прежде чем все это делать, изменение экрана DPI. Убедитесь, что у вас стабильное Wi-Fi соединение с компьютером и с часами, либо со смартфоном и с часами. Для этого обязательно отключите Bluetooth соединение на ваших часиках, либо на смартфоне, к которому часы подключены, обязательно. И еще раз говорю, очень важно убедитесь, что у вас стабильное Wi-Fi соединение, чтобы где-нибудь Wi-Fi роутер был рядышком, и у вас было, ну, он подключен уже конкретно. Иначе, если у вас при изменении DPI, что мы с вами делаем сейчас на 200, отключится Wi-Fi, возможно, вы потом подсоедините опять часы через Wi-Fi, да, по ADB, не сможете. Соответственно, вам придется сначала делать полный сброс часов, а уже потом опять по новой все делать. Поэтому проверьте, перепроверьте 300 раз. Все. Так, как я уже сказал ранее, нам теперь нужно
инструменты переключиться. Вот мы переключились в инструменты. Здесь выставляем DPI 200. И нажимаем. Что это даст? Вот смотрите. Если сейчас у нас вот так мы нажимаем с вами, чтобы войти нам с вами в Сбербанк онлайн. Обратите внимание. Разрешение даем. Все, у нас здесь все большое, короче, нужно будет войти по номеру карты, и мы сможем войти по номеру карты. Вот, сейчас мы сможем войти. Так, теперь мне нужен номер карты моей же, ведь, да? Так, 02. Кстати, на него можно денежки кинуть, поддержку, если что. 7343, 29, 91. Вот, все, мы ввели с вами, хлоп. И у нас пошло, естественно, сейчас надо будет ввести смс, которая придет ко мне. Вот оно уже пришло, номер смс-очки, я сейчас ввожу. Я даже здесь его смогу ввести. 660-90, 660 и 90. Все, теперь придумать вот код. И здесь уже, дорогие друзья, видите, все. Вот здесь-то как раз у нас и вся проблемка, что вот здесь невозможно его ввести. Для этого теперь нам нужно изменить DPI. Применяем. Обратите внимание, все, появилось у нас все. Вводите код, который вам нужен, как при регистрации онлайн-банка. Все, когда вы его ввели, у вас появляется вот такая вот приложуха. Сейчас же я вам покажу, сейчас он пока прогружается, как изменить DPI с помощью вот этой вот программки, чтобы нам здесь то же самое сделать. Смотрите, значит, сначала мы с вами запускаем Сбербанк онлайн. Вот, когда вы установите, чтобы установить, вам нужно будет вот эта вот вкладочка, плюсик там нажать, но это все видите. А для того, чтобы изменить DPI экрана и уменьшить, да, его, нам нужно будет некоторые другие действия на нем. Я вам сейчас их покажу. Здесь я только буду показывать, как изменить DPI. Смотрите, переходим в первую вкладку, в первую, и нажимаем сюда. И здесь вводим значения, вот эти вот значения на 200. Если вам 200 будет мало, тогда вводите, они будут прописаны все в посту в Telegram, на который будет ссылочка. Вот видите, DPI, вот такое будет. Вот такое название, это будет там написано. Все ввели, и смотрите, сейчас, хоп, все, у нас все уменьшилось. Видите, все уменьшилось, теперь я могу войти. Чтобы вернуться обратно, для того, чтобы вам вернуть обратно все, как было в конце уже, как я это буду делать здесь, вам нужно будет вот так сделать. Вот эту вот ввести. Значит, команду, она тоже будет прописана. Раз, и смотрите, все, все вернулось на место, короче. Здесь я сейчас не буду это делать. А дальше все остальное, так же, как и тут. Все идентично. Так, мы с вами запускаем. Где-то есть-то. Зачем мне вот это? Так. Здесь нажали на карту, которую будете привязывать. Нажали. Теперь идем ниже. Вот, смотрите, здесь платите бесконтактно. Нажали. Подключить карту. Нажали. Какая карта здесь? Мы вот эту выбираем. Все. Подключить карту. Здесь он говорит, нужно блокировочку экрана сделать. Все, делаем блокировку экрана. Какую хотите там. Либо пин-код, либо, как я, рисуночек. Сделали. Все. Теперь подключить карту. Ожидаем. И это еще не все. Когда вы вот так все сделаете, у вас все по умолчанию работать не будет. Надо будет еще кое-что сделать. Именно по этой причине дождитесь, когда я покажу до конца, короче, видос этот. Дождитесь. Все, пока все устанавливается, это нам тоже пока не нужен, в принципе-то. Но только если вам включить, чтобы вы смотрели в онлайн-режиме. Карта подключена, видите? Все, карта подключена. Карта подключена. Вот мой каналчик, красота просто. Карту подключили. Теперь мы с вами можем делать обратно. DPI меняем. Все, видите, перейти в Сберпэй. Вот так вот. Все, применяем. Готово. Теперь с вами выходим. Карта подключена. Все, DPI поменяли, все стало на место. Мы с вами идем в NFC.
в NFC ставим платеж, вот здесь у вас будет Google Pay, вы ставите Сбер Pay. И убираете вот эту оплату в открытом приложении, не надо его, короче. Иначе вам будет постоянно... Все, вот так сделали. Теперь второе приложение, которое вы установите, вот это вот, Мир Wallet. Смотрите, вы его вот так делаете, смотрите, видите, нажали, оно открылось. У вас другая здесь будет картинка, вы сюда сделали свайп, получается справа налево. Здесь вы ставите, сколько вам нужно, я поставил 30 секунд, вы можете 5, 10 и вплоть до минуты, короче, выставите время и поставить карту. Здесь карта вообще просто, это муляж, короче. Ну вот у меня Мир Пэй, да, Сбер Пэй. Я просто поставил карту Сбер, где-то она вот здесь, видите, Сбербанк. Можно Тинькофф поставить, можно Тинькофф Драйв. Здесь есть наборы разных карт, короче, вот, которые вы можете все выставить. Ну, например, вот можно Росхольсербанк, там Мир Пэй. Но, возможно, здесь они не все же, соответственно, вы не сможете найти свою. Поставьте, какую хотите, либо вообще не меняйте, это не важно. Вообще не важно, что у вас здесь будет. Понятно? Далее, смотрите. Что делаем? Заходим в настройки. В настройках мы с вами находим, короче, если старая версия прошивки еще на VirOS 4.0, то у нас есть, вот смотрите, здесь есть дополнительные функции. В дополнительных функциях нам нужно найти настройки кнопки. Вот двойное нажатие настройки кнопки, я как раз таки поставил Мир Пэй кошелек. Что он делает? Смотрите, я, значит, два раза нажал, все, у меня открывается окошечко, и я оплачиваю. Вот именно при таком раскладе. Короче, окно должно быть открыто. Именно тогда оплата пройдет. Если оно будет заблокировано, когда мы с вами вот так вот поворачиваем, допустим, часы, чтобы рассчитаться, да, хоп, оно у нас блокируется, соответственно, не проходит оплата. И вот это приложение как раз-таки помогает держать его открытым. Открытым. Все. Еще я это сделал на жесты. Сейчас я вам продемонстрирую, как я сделал еще на жест. И на какой жест я поставил данное приложение. Тоже достаточно удобно, по крайней мере, в моем случае. Дополнительные. Здесь мы с вами идем настроить кнопки, ответ вызова, отклон вызова. И вот быстрый запуск. Я его сделал тоже. Вот такой быстрый запуск. Вы, значит, снизу вверх поднимаете, когда экран загорается. Вы делаете вот такой вот жест. Бац-бац. И все, и оно открывается. У меня, кстати, оно прекрасно работает. На новой прошивке, которая VirOS 5.0, немножко по-другому. В инструкции я вам сейчас это продемонстрирую, короче. Чтобы вы видели, как это работает. Сейчас я одену часики, минуточку. На запястье. Так, все. Часы одел. Короче, вот смотрите. Если, допустим, я поднимаю часы, экран загорается. Все, врубилось, приложуха. Вот так это работает. Как, значит, это ставится все в новой версии прошивки, которая выйдет скоро. У меня здесь бетка стоит, но скоро выйдет. Во-первых, NFC. То же самое, пожалуйста, включаете здесь Сбер Пэй. И дальше это остальное не надо. И поехали, значит, с вами заходим в настройки. В настройках здесь что немножко. Здесь сейчас кнопки выведены отдельно и жесты настройка. А все остальное также. Двойное нажатие я сделал на верхнюю кнопочку, пожалуйста. Нажатие удержания. И здесь же двойной щипок можно сделать, кстати, жест. Либо, как я сделал, тук-тук. Вот именно вот этот жест, тук-тук на часы. И все прекрасно работает. Как вы уже, если изначально видели видео. Поэтому делайте все так, и вы не ошибетесь. Все у вас будет просто работать. Вот. Делайте все по инструкции, и все у вас будет нормально работать. Это Сбер Пэй. Мир Пэй, говорят, у многих не работает. По этой причине я, наверное, обновлю видео скоро. Опять-таки, в очередной раз. Ну, а вы не забывайте, что вы были на канале Samsung. Ну, а вы не забывайте, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал. Ваши лайки, комментарии, это продвинутое видео. Не забывайте это делать хотя бы и в благодарность, если вам помог данный видос. Пока!